Всем привет! Это у нас Гренни 1.3. Сейчас будем проверять, где находится респаун у бабки. Для этого нам понадобится, конечно же, арбалет. Нам не повезло, ключа сейчас не было от сейфа. Сейчас придется этот ключ искать. Шестеренку, конечно, может и зря взял. Так. Что с ней не так? Нормально, даже не нашумел. Что ж такое-то, а? Как она так тихо подходит? Понятно, что надо было раньше уходить, но я ее не слышал. Ладно, у нас уже есть колотушка. Плохо, что бабка внизу сейчас будет. И очень плохо, что эта рукоятка обычно достает из колодца молоток. Молоток мне вообще не нужен. Только для прохождения игры нужен. И чтобы доски на третьем этаже отколоть, но мне можно уже и без него их откалывать. Бабка сама помогает. Так, ладно, сюда пройдем. А, молоток здесь. Это хорошо. Если молоток наверху, значит в колодце уже не молоток. Так, где ты? Идет сюда. Так. Да, на компе бы я даже не прятался. Меня очень часто подводит эмулятор, поэтому приходится прятаться, потому что я то вперед, то назад иду. На компьютере-то вы видите, я от соседа особо нигде не прячусь под кроватями. Могу всегда его обогнать. Ну как так, а? Что это за чушь? Да, конечно, что я успел? Что вы сочиняете-то? Опять шестеренка. Так. Тут ничего нет. Это вообще наказание. Так, она рвется туда, к колодцу. А я иду сюда. Здесь только табличка. Да как так-то? Ничего нет. Так, она идет сюда. Ну-ка. Она, похоже, мясо бьет. Вот почему у нее кровь на...
Дубинки. Так, тут ничего нет, кроме Тедди. Интересно. Так. Батарейка нам не нужна. Ну-ка. Может, можно взять и так? С помощью бага. По идее, так бы залезть под сейф и встать. Нет, не берется. Либо есть вероятность того, что я сейчас кину батарейку прямо внутрь. Нет. Бабка сюда придет. А где еще могут быть предметы? Допустим, здесь. Так, ладно, хорошо. О. Нет, лучше нам арбуз. Потому что в арбузе уж точно ключ может быть. И это класс. Есть. Это он. Оружейный ключ. Yes. Ой, еще и бабка наверх рвется. Она нам вообще не помеха. Сейчас берем арбалет. Давайте здесь пошумим, чтобы пришла именно сюда. Убеждаемся, что она здесь. Все, прибежала. И идем спокойненько открывать арбалетный сейф. Хотя нет, не спокойненько. Ха-ха. Так, залезаем по ней, идем вниз, скорее всего. Она, возможно, где-то здесь появляется. Вот где-то здесь. Вот. Ждем бабку. Потому что она часто отсюда выходит. Нет. Ох, спасибо за дротик. Так. Дай пройти. Головой мотает. Ей что-то не нравится. Так, это плохо. Интересно, где она тогда появляется-то? Так, ладно. Ждем тогда ее вот здесь.
Наша цель найти место респауна. Ну, либо пройти группу бабки, залезть. Мотает головой. Так, она может здесь? Игра защищается от меня. Так, она здесь сейчас будет. В голову. Я в плечо попал. Так, ничего не понимаю. Где же она появляется? Видимо, рандомом. Давайте сейчас ждать ее постоянно в подвале. Давайте раза четыре в подвале будем ждать. Она в подвале появилась. Это жесть. Мы с вами дождались, что бабка здесь появится. Похоже на крови. Прямо. Класс. Я, конечно, не ожидал, но сейчас еще раз давайте сделаем. Будем здесь ее прямо ждать. Даже если она появится в другом месте. Так, так, так. Возможно, две бабки появятся одновременно как-нибудь. Так, вот так, да? Замедленно для вас потом сделаю. Вот это чудеса. Так, давайте со спины. Заснимем это, если успею убежать. Ориентируемся на то тело. Все исчезает. Так. Да, в другом месте появилась. Роняем ящики. Нет. И ждем ее здесь. Так-то безопасное место. Хотела меня обмануть. Давайте ждать здесь. Так, она стоит. Так, лезем на стену. Ладно. Мне хочется заснять. Вон, смотрите, дубинка. С той стороны. Хочется заснять ее очень прямо. Хорошо. Нет, опять не здесь. Успел взять. Так, убегай отсюда. Ну, хотя ладно. Пусть здесь валяется. Сейф закрыт.
Она, возможно, прямо на крови появляется. Это подсказка некая. Да. Yes, получилось. Прям на крови. Давайте еще с одного ракурса вот отсюда посмотрим. А, сейчас будет исчезать. Ага, успел взять. Чтобы уронить. Ха, вот так. Это место вообще безопасное, то есть здесь она может зайти только вот с этого входа. Может даже вот здесь всегда стоять. Никогда в жизни не промахнешься вот так. Но. О! На месте респауна решетку оставим. Это будет жесть. Да я ее придавил так-то. Так, у меня глючит эмулятор. Сейчас будет очень интересно, как она будет действовать, когда ее респаун заложен. А, нет, видите, спускается. А сетка, кстати, зависла в воздухе, как будто она на бабке лежит. Так. Где мой дротик? На нее уроню. И она сопротивляется. А, сетка обратно вернулась. Ладно. Нас это не волнует. Почти. Ой. А, даже так. Ладно. Видели, что с сеткой было? Начала бегать. Так, она опять в другом месте появилась. Так. Сетки нет. Еще раз. Так, это интересно. Попал. Отскоком от стены. Это ужас какой-то. Вот это жесть. Так не бывает. Если честно. Это же хард уровень. Вот это да. А может не от стены, может четко попал. Я потом посмотрю. Это тоже замедленно было. Так, давайте дождемся все-таки ее здесь. Я ж попал. Слышали? Я выстрелил.
Интересно. Давайте посмотрим на бабку, что с ней. Я же попал в нее. И на этом закончим видео. Гренни. Она валяется. Вот это баг. Как вам такой вариант? Гренни валяется. Она меня убила. И я ее убил одновременно. Это шедевр. Да, не зря я стал записываться сегодня с таким багом. Это вообще начинаешь игру, а бабка уже валяется внизу. Это ж вообще невозможно. А вот этот ротик. Кстати, она только отсюда может прийти. Прям вот так стоите и все. Хотя давайте еще раз попробуем так же. То есть прямо в момент, как она меня поймает. А, сейчас не успел. Постарался прямо поближе подпустить. Не. Так, ну и еще раз бегаем. Так. Кстати, может даже показать себя сейчас. Она если меня увидит, я еще успею. Вот так закрываем. Даже прицелиться успеваем. Это ж надо. Такое получилось. То есть всегда открывайте шкафчик. Так, она, похоже, обратно пойдет. Хотя нет. Где мой арбалет? Не знаю. Не запомнил. Куда он мог отлететь? А вот он. Бабка, я здесь. Еще раз. Не. Не получилось. Так. Подождем ее, значит. Еще интересно, давайте выстрелим в ту бабку, которая будет белеть. Если что, у меня дротик здесь близко, подниму. Эффекта нет. О. Так, наверное, уже не повторить. Ну-ка.
Давай, подходи. Это была случайность. Ладно, давайте на этом видео закончим. Получилось очень долгим. Очень много эпичных моментов. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Топси. Всем пока.